Всем привет, давно не виделись. Некогда было. Некогда вообще капец. Какая машина, смотрите, да? О! Нет, во. Это автомойка. Предыстория. Я тут в одном магазине автоматизацию затеял. И цена соизмерима с ценой мойки. Ну там как бы знакомый, все такое. Где-то за десятку договорились. Ну и цена мойки поменьше. То есть он мне еще будет должен немножечко. Но зато теперь у меня машина будет, видимо, чище. Сейчас будем снимать, делать обзор, все такое. Потому что машина, конечно, грязная. Некогда не помыться. Каждый день хотим заехать на мойку, заплатить, и чтобы они ее отдраили. Ну, раз уж купил мойку, сейчас сам буду это делать. Кабель сегодня ночью отрезали. Суки какие-то нетолерантные. Где-то от середины соседского участка до посадки. Скорее всего, кто-то... Ну, я уже поспрашивал. Просто это... Кто-то левый ехал и зацепился, что ли. Видимо, пока цепляли. Ну, где-то в 12 часов ночи, сволоши. Че тут катались под дебрем вот этим, ползли, бампера свои оставляли тут. Будем делать сейчас обзор. Утки растут, купил зерна. Сегодня нормального пшеницы надо задробить. Купил премиксов специальных. А, ну можно, кстати, премиксы показать. Бери молочко, Саша, спереди. У меня эти вывалились. Вот такие вот премиксы. Типа просто добавь зерно и рыбий жир. И чистое зерно, потому что предыдущие что-то я какие-то отходы покупал. Как шляпа какая-то была конкретная. Это шляпа. Утки даже не жрали. О, Андрюха, я тебе за заботу привез. Машину будешь мыть. Я уже сына красивый стал. Будешь таскать ее и мыть. Ведро пока забирай, что ты смотришь? Ага, пылесос. Это вот машина. Сколько касс у меня осталось на установку. Две Атоловские 30-е, Эватора 2. Тут был полный багажник заставлено, но вот постепенно разгребаюсь. Сканер тут валяется ненужный. Фен придется не по гарантии, а в ремонт, потому что по гарантии уже не по гарантии, а гарантия кончилась. 1500 будет стоить, новый фен стоит 2. Надо просто нашим умельцам отдать. За откручивание 4 болтиков берут за 300 рублей. Смысла никакого нет сейчас отдавать фен. Молочко. Ну, в общем, мы работаем. Сегодня у меня первый день, когда я вроде как никуда не еду. И открыли у нас кинотеатр 3D-шный. Хочу Человека-паука сходить посмотреть сегодня. Обязательно. Хочу Человека-паука. Сделал повыше. Ну, давайте, ладно. Туда пройдемся. Что я там сделал? Индюшка одна сдохла. Ну, что-то ходила. Я уже и чектоником отпаивал всех. Но она и меньше всех была. И клювик такой желтенький стал. И ноги видно у нее, что темнее, чем у всех. И хохлилась, и крылышки опускала. И не бегала уже, не было у нее сил подпрыгнуть, перелететь. И морда у нее была не красная, как у всех, а уже синеватая. Ну, что-то, короче, с внутренним обменом. Я чектоником пытался отпоить. Нифига, сдохла. Не успел рубануть. Ну, думал же, отпою. Нет. Собакам отдал. Надо было супчик хоть сделать с нее. Утку тут тоже пришлось одну зарубить неожиданно. Я на нее вон тот стол уронил. Ногу ей сломал, ну и забил. Уткам 2 месяца и... Что у нас сегодня, какое число, не помню, 8-е, что ли? И 8 дней. Не знаю, можно их рубить, не можно их уже рубить. Ну так-то можно, но 2500 она была полностью чистым весом. Ну, с легкими и с желудком. Ой, нет, с легкими, с сердцем и с желудком. И печенью, 2500. Без всего, чисто утка голая, очищенная без этих, 2200. Жрать хотят, конечно, жрать надо уже давать. Что-то сегодня мы запоздали. Кстати, плохо держать уток вместе с индюками. Они воду изговняют в раз, просто в момент. Каждый раз приходится заливать новую.
Что-то серый не очень. Рыбу тут пытаюсь им в это дробить, докрутить. Ну, как-то странно серый. То жидко, то нормально. То жидко, то нормально, в зависимости, видимо, от кормления последнего. Травы надо сейчас детей заслать, чтобы надергали травы. Вот такие пироги. В общем, пока работаю. Сейчас мойку будем обзирать.